Всем привет, я Коперник, и мы продолжаем игру под названием Guns, Gore and Cannoli. Итак, в прошлый раз, после того, как нас по-подлому кинул Фрэнки, мы шли-шли-шли через какую-то отравленную реку и, собственно, попали в канализацию. И, как я понял, сейчас мы будем сражаться мы будем вот с этими тварями, а и зомби. Ах, упаду, а? Шикарно. Горим. Так, я уже все забыл, к сожалению. Так, ага, как переключать оружие. Вот, прекрасно. Крысы будут нас прекрасно... Опа, гореть. Прекрасно. Странно, эти крысы кричат почему-то прямо как... Опа. Эти крысы кричат прям как люди. Не плюй-ка. Какие страшные глаза на черепе. Прекрасно. Так, отсюда идет вонючий газ, как я уже успел заметить. Нам по этим трубам надо бы напрыгать. Зараза какая, а? Ага, там тебе место. Жопа крысиная. На! Все. Все желание нападать сразу отпало. Так, дробовик, прекрасно. Что-то открылось. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Упч. На-ка. Что у нас по патронам? Харре уже, а? По патронам. Плохо. Очень плохо. Огнемет у нас, к сожалению, кончился. А что за лаги? Что за лаги? Что за баги? На-ка. Нет, нет. Не хватило тебе, Крисяндра? На. Ну как хорошо, слушай, с ним дробовик справляется, а? Прям как надо. Прям как будто специально для этой сволочи придуман был. И бомжи. И крысы. И вся это говно. Ой-ой-ой. Вы что, дружите? Получается так. Сначала, потому что это крыса с головой бомжа. Так, что тут у нас еще одно сохранение? Прекрасно. Ну вот, собственно, канализация наша закончилась, и мы получили новый пулемет. Прекрасный новый пулемет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как все плохо, ой, как больно. Ой, как все плохо, ой, как все больно. Yeah. Обожаю такие пушки. Так. Значит. Ну что, продолжим. Угу. Чтобы, если вдруг у меня пальчик соскользнет с кнопки, чтобы нам не пришлось туго. Отлично. Получайте, обдристанные крысы. Так, ага. Лови. Что за вас так? Что-то у вас тут вообще все жестче все становится. Ой-о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 й
Опа. Оба. Оба. Все, доволен. Засранец. Так, патронов у нас мало для этого пулемета странного. Зараза, они, главное, друг друга-то не бьют. Прекрасно. На-ка. Все. Всем хорошо. Всем хватило.
Шикарно. Опять? Да ладно тебе, а? Да что с вас так совсем уж дико много? Так, там что у нас? Что-то было, нет? Ничего не было. Наверх я уже не запрыгнул. Понятно, патроны просрал. Бывает. Так. Да что ты будешь делать, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гори. Так, тут с патронами все тяжко. Там с патронами все тяжко. Тут что у нас? Прекрасно. Вроде бы еще что-то осталось. Ох как. Какой звук. Зараза, а? Какая зараза. Ты ж жопа-то такая на лапах, а? О, отлично, сам устранился. Самоустранение — это хорошая вещь. Так, главное... не падать духом. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все будет. Сейчас прольется чья-то кровь. А, крыса, значит... значит, у крысы иммунитет, да? Это плохо. В смысле, плохо для нас. Оу, это было больно. Но зато мы теперь сможем взять вот это чудо. Давай, получай. Ну. Ага, ага. Так, наверх не запрыгнуть, как я понимаю, да? Ну и ладно. Но это мы нашли, так сказать, секреточку, пасхалочку. Упч. А? Сейчас. Да-да-да-да-да. Что ж ты такое звучит-то, сраный крыс, а? Блин. Какие твари живучие. На-ка. Да реально до хрена, товарищи. Так, сейчас главное вспомнить... в каком моменте я сильно так зафейлился, что меня растворило какой-то шляпой дикой. А, крысой. Меня растворила вот эта сраная крыса. Ну, не вот эта конкретно, но там дальше одна есть. Ну, как кусается, как бьется-то, а? Зараза. Так. На, доволен. А, ты бы мог сам устраниться. Нормально. Где-то здесь меня настигла жопа. Так. Не-не-не-не-не, товарищ. Давай-ка ты у нас расплавишься слегка. Так, и сейчас надо большую вот эту пулеметку перезарядить. Пулемет Максима. Томпсон. Кстати, прекрасный автомат. В свое время был изобретен для того, чтобы... для правосудия, по большому счету, но гангстеры его превосходно тоже освоили. Тем более, что во времена, когда этот автомат выпускался, стоил он ни много ни мало $200. В принципе, купить мог его каждый. Был изобретен во время сухого закона, что, собственно, мы имеем по ходу игры. По ходу игры у нас сейчас времена сухого закона, то есть Томпсон у нас был только изобретен совсем недавно. На самом деле странная вещь, что в те времена в Америке, и как я понял, это все Ирландия, ну ладно. В Америке в то время, ну по доступным мне данным, было более чем просто купить оружие, в принципе, как и сейчас. Но вот с алкоголем были большие проблемы. В России у нас наблюдается обратная тенденция. На. Все, угомонился. Так, большая вонючая крыса, большие вонючие толстяки. Как больно, а? На. Довольно? Ну-ка иди сюда.
Бах. Бах. Ага. Значит, потаенный у нас. Потаенный здоровье и патроны для. Зараза какая. На, жива. Да. Матом ругаться не стоит. Как же я люблю эту стволочку. Что дальше? Как я понял, канализацию мы уже должны были покинуть. Хотя... Не знаю точно. Нет, все еще продолжаем. Что было за просадка? Ага. На! Отлично. Хорошо себя там чувствуешь, зараза. Слушай, они умирают просто прекрасно от этого пистолета. То, что такая меткая, зараза. Так, дробовик. Где? Вот. Все отлично, все прекрасно. Я видел там динамит. Канализация заминирована, это не есть хорошо. Потому что рвануть может. Это плохо и для нас, и для крыс. Так, прекрасно. С патронами теперь тяжело стало. А, пулемет. Пистолет-пулемет Томпсона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты же сейчас нас бомбанешь, наверное, да? Ага. Прекрасно. Так, что у нас из нормального, более или менее? Ладно, вот здесь еще патронов. Ага, понял. Так, взорвали, значит, динамитом. Всю эту прелесть. Теперь можно спуститься вниз. Пока. Опче. Что там у нас? Что тут у нас? То есть там у нас, как я понимаю, там у нас точка сохранения и немножко жизни. Снова вверх по трубам. Понял. Ну-ка, погорите-ка чуть-чуть. Ой-ой-ой. Сучки. Хотел кинуть коктейль Молотова, но, к сожалению, не удалось. А, мы здесь уже... Здесь мы уже были, да? Мы А, понял, все. Значит, мы по кругу прошли и вернулись обратно в нашу замечательную локацию. Так, теперь вверх по трубам дома не стоит идти или стоит? Посмотрим. Ух, как. Что это за... Срань господня закричала. Вот что бывает, если спустить ящерицу в унитаз. Эть! Эть! Ага! Ой-ой-ой, что это я? Да ладно, я на закрытую пасть убился. О, боже мой, боже мой. Так. Опа! Раз. Опа. На. То есть, как я понял, по скрипту там работает все прекрасно. Зажали, сучки. Со всех сторон. Ой. Так, и тут все плохо, и тут все плохо, и тут все плохо. Тяжело с патронами нынче, ну ладно. Здесь еще вроде как есть все. Раз, два. Вверх, вверх. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А-а-а. Ух, как вас тут много, да? Зараза. Все, да, никаких секретов больше нет. Печально. Ну, пулемет этот стреляет, конечно, так конкретно. И даже звук конкретный. Так, значит, это. Ой!
А-а-а! Вот это я рукожоп. Хотя, в принципе, особо сильно жизни не потратил. Опч. Так. Наши великолепные каноли. Чтобы они не значили. Здесь босс, что ли, какой-то будет в этот раз? Ну, хорошо же. Как я понимаю... Ну, давай, покажи, что там снизу. Угу. По-любому босс. По-любому крысобосс. Собака, а? Какая это у нас? Охренеть. Что ты тут на меня горчишь, сраная крыса? Ой-ой-ой. 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 Жжется, печется. Да хватит тебе, падла. Гигантская. А, блин, все очень плохо. Очень больно, очень плохо. Опч. Заплевало всего, сука. Хватит на меня тут. Все, мне сейчас придет, собственно. А, собака. Это потная какая тварь. С чего же тебе тут валить? Давай-ка с этого попробуем. Вот он, собственно, снизу пулемет. Ага, и, собственно, рядом ракетница. Не хватит на меня орать, падла. Что, не отнялось? Отнялось. Ой-ой-ой-ой. Ну, собака заблевала всего. На-ка тебе. Пукан. На-ка еще раз. Ну, хорошо? Хорошо себя чувствуешь, падла? Блин! Ай, больно! 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 Блин, даже наполовину не могу ее вынести. Что же нам поможет в этом деле? Жалко, что тут внутри нигде больше каноли этих не валяется, наших любимых. Так, на! На-ка. Как хорошо. Жахнуло. Ну-ка, хватит мне тут кашлять. Вкусняшка? Собака бешеная. Точнее, крыса бешеная. Почему собака-то? А-а-а. Черт, 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 черт. Все плохо, все плохо, все очень плохо. Сейчас мне, собственно, придет жопа. А вот и жопа. Так. Сила кофе. Прекрасно. Давай, кофе, помогай нам. Так, значит... Так... Все понял. Давай-ка сразу... Будешь у нас ты гореть, бомбить. Собака какая, а? Резвая. Так, сейчас ты сюда будешь прыгать. Да почему? Хоть я же перепрыгнул. Сволочь ты какая, а? О, не то. Не совсем то. Понял. То есть здесь как-то вот так вот, значит, можно и по низу прыгать, и по вверху. Да? Плохо все, плохо. Так, еще раз. Понял. Кое-что я начинаю понимать. Ля-ля-ля. Не горчи на меня. Горчит собака, падла, а? Крыса. Иди отсюда, падла, шипастая. Да как от тебя увернуться? Жопа-то с ручкой.
Валяй! Где я? А, я умер. Сколько еще? 50% у него жизни. Блин, вот это да. Крысобос, сраный. Кабдристанный зверь. Ля-ля-ля-ля-ля. Глянь-ка, сразу как решил меня, а? Сдобрить. В принципе. Чай. Сено солома. Реально хватит меня пинать уже, честное слово. Сейчас будет жестко, да? Собака какая. Блин. Что же делать? Как же быть? That's some good canola. Иди отсюда, жопа шипастая. Лови-ка сливок чутка. На. Довольно теперь твоя душенька крысиная? Да сколько вас тут? Мало, две. Хватит. Да ладно тебе, я даже не перезарядился. Хватит жрать меня, сука! Почти. В принципе, идею я понял. Как его валить? Так, хорошо. Когда она сидит сейчас в углу сядет, мы сейчас в нее закинем грен побольше. Чтобы ей там получше жилось, да? Какая. Stop it like a frog, you wimp. Ой-ой. Все. Подохлый прикинулся или мертвый прикинулась? Шучу. Либо подохло реально. Все завалили. Не так, что и сложно, в принципе, все это дело оказалось. Блин, обдристанный какой босс у нас. Ладно. Отлично. Так, значит, нам тонко намекает, что сейчас будем использовать... Пополый дробовик. Ну... Ты как относишься? Хорошо, понятно. Просто если у большой крысы хотя бы анимация есть того, что она большая крыса, шучу, того, что она уклоняется каким-то образом от... Вот эти бомжи не встанут, вот что мне интересно. Так, все перезаряжено, кроме вот этого. Собственно, пошли, ладно. Прекрасно. Музыка, конечно. О! Еще и бомжи на этих, на шариках. Ёбаный. Обдристаны лошарики. Иди ты отсюда со своими этими вонючками, падла. Арре уже. Сколько вас тут, а? Так, отлично. Патронов еще подобрали. Получил? Лепрекон. Скотский. Ай.
жжется, печется. Жжется, печется. Опять ты. Падла. Опять ты, падла. И упал я из-за тебя. Сволочная твоя душонка. Ай, мне всего на один удар. Жизнь осталась. И... Падла какая. Плохо. Значит, собственно, будем их мочить с того, что их прекрасно мочат. А именно, пулемет. Ах, сволочи, вы еще подпрыгиваете на этом газе. Мало того, что он вам абсолютно безразличен. Иди сюда, точнее, иди отсюда. Собака! Воняет и воняет, и воняет, и воняет, и воняет, и воняет, сколько можно, а? Говно на шарике. Все, сдулся, падла. Так, с патронами этими у нас туго сейчас. Данную секунду. Отлично. Чем отлично-то? Плохо все. Все плохо. Все мерзко и плохо. Угу. Томпсон наш. Ага. Значит, после как он умер. А, собака какая. Ну. Ну. Давай. О. Значит, после того, как он умер, шарик у него не лопается. Ну, понятно. Давай, иди сюда. Говно. Ох ты, собака, сено, солома, а? Иди сюда, я говорю. Говорю, сюда иди, падла. Угу. Пошла отсюда. Ну ты падла какая. Ну, ну, ты... А, значит, ты не растворяющийся у нас. В этой прекрасной щелочной среде. Так. Так. Отлично. Огнемет. Да хватит меня уже пить, падла. У нас по огню 100 зарядов. Как? Светлый праздник Холокост, сволочи. Не, на самом деле я прекрасно знаю, что Холокост это великая трагедия мировая. Ну, для евреев. Ну, в принципе, да и вообще. Горят-то как хорошо, а? Горят-то как прекрасно. Ой-ой-ой. Так, солдаты, солдаты. Солдаты. На. Все. Все довольны? Собака какая. Мне бы такой... противогаз, как у них, чтобы... на кислоту особо не реагирует. Сейчас машина должна рвануть, нет? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Так. Нак сливу, товарищ. Вступайте в мафию, тут много интересных людей. Собака какая. Все, я зол. Я зол. Очень зол. Все умирают. Когда я злюсь. Так, что тут у нас? На самом деле, тоже, опять же, на пару ударов всего жизни осталось. Это не так уж круто. Что там у нас? Бриллиант какой-то.
звуки такие мерзкие. Еще горел бы этот газ, было бы вообще все прекрасно. Этот подлый газ не горит. Ой, ой-ой-ой. Так, пистолет, пистолет-автомат. Давай-ка вот так вот. На сливу. И что вам там, как, тепло, нормально? Всем, все согрелись. Все довольны. Как же хорошо. Прекрасно. Так, тут у нас прохода, значит, нет. Ух ты, что это за пушка? Какой-то электро... Электро что-то. На, падла. Блин, недоволен еще. Так, что это у нас за пушка такая? Электрическая, да, как я понимаю? Так, это нам не поможет. Электрическая пушка, как я понял, она совсем вблизи, да, бьет? С последнего. Почему вы зараза друг друга не жрете? Вот мне что интересно. Так, давайте-ка попробуем вас немного согреть, товарищи. Ой! Ой-ой! Он, наверное, там скучно. Бах. Какая красота. Нет, чувак. Вот прятаться за бочкой взрывоопасной не самый лучший выход, конечно. Так, все, я сейчас разозлился, совсем разозлился. Выходи по одному, сука. Ой-ой. Доволен. Добился своего, зараза. Там что, тоже все пришли? В восторг. Так. Отлично. Так, сейчас будет засранец вот этот. Значит, бочки на заднем фоне, они, да, расположены, и они не взрываются. Падла какая, и сохранялок поблизости нет. Молодцы, самоубились все. Где-то там они должны быть. Нет? Да. Какие же вы молодечики. На. Отлично. Вот. Ну, себя сами наказали, в принципе. Нечего тут стрелять по православным. Опа, мафиози. О, что это было? Подла какая. Пока. Я, в принципе, да, православные мафиози быть не могут. Насколько я понял, они все католики. Тоже глупость сказал, ну, неважно. Опустим.
Да пошто тарататай! Так ты бесишь, собака. Ну, в принципе, осталось-то на одно попадание жизни, поэтому все печально, все плохо. Ой, собака, они еще убегают. Падлы какие. Совсем на одно это осталось, на одно деление. Плохо. Ну, сейф, пожалуйста, сохранялочку дайте мне. Все, вышли. А, прекрасно. Итак, крысу мы гигантскую замочили, все прекрасно. Еще увидимся. Совсем скоро увидимся. Всем пока.